Пашинян должен заключить мир с Азербайджаном во благо Армении, издание «Разбалт». Главным результатом парламентских выборов в Армении является то, что партия мира победила здесь партию войны. За бортом оказались реваншисты, сторонники Великой Армении, ратовавшие за войну с Азербайджаном до последнего армянина. Как передает Дэй Эйзи, об этом говорится в статье известного российского издания «Разбалт». Победа партии Пашиняна на этих выборах – событие историческое. Она поставила жирную точку в казавшейся нескончаемой армяно-азербайджанской войне, длившейся с небольшими перерывами почти 30 лет. Армянский народ, несмотря на боль военного поражения, нашел в себе мудрость и силы, чтобы сказать «хватит» и проголосовать за мир, отмечает автор статьи. Как пишет издание, Пашинян получил сегодня от своих избирателей карт-бланш на то, чтобы перевернуть кровавые страницы недавнего военного прошлого, на построение нормальных отношений с Азербайджаном. Двигаясь шаг за шагом, обмен пленными, делимитация границы и так далее, обе страны могут и должны прийти к историческому соглашению, которое обеспечит устойчивое мирное сосуществование в открывающемся перед ними новом мире. Прецеденты, когда страны, бывшие непримиримыми историческими противниками, становились ближайшими партнерами и даже союзниками, слава богу, имеются. Сейчас трудно сказать, смогут ли Армения и Азербайджан стать в обозримом будущем так же близки, как нынешние Франция и Германия, трижды воевавшие друг с другом в 19-20 веках. Франко-прусская война, Первая мировая, Вторая мировая. Однако двигаться в этом направлении они вполне могут, говорится в статье «Разбалта». Издание подчеркивает, что развитие торговли и добрососедских отношений с Азербайджаном, а стало быть, и с союзной ему Турцией, дадут Армении гораздо больше, чем необходимость постоянно иметь довольно большую армию для удержания под своим контролем территорий, которые весь мир считает азербайджанскими.